Вот такие пороги мы прошли. Давайте заценим. Это мой остров. Ну, произведение искусства. Вау. Красота какая. Оп. Вау. Сейчас я покажу. Всем привет. Сегодня 2 июля 2023 года. Я в Карелии на озере Верхнее Полунгское. На острове один, на необитаемом острове, соответственно. Почему все это? А потому что я участник проекта под названием «Острова Робинзонов». По ссылочке в описании к этому видео вы можете поближе познакомиться с этим проектом, с организаторами. Но пока что в двух словах. Человек, если он имеет желание, как, например, я, он забрасывается на один из необитаемых островов на неделю. И он сам там существует без связи, ни мобильного интернета, ни мобильной связи здесь нет. А все, что взял с собой, ну, здесь есть, конечно, река, если сможешь поймать, и, пожалуйста, кушай, если что-то можно собирать, пожалуйста, твое право. Ну и там три пакета. Один для суперэкстремалов, когда там ты должен взять, там, что-то, не знаю, там пару килограммов, я не знаю чего, ничего. Потом какой-то такой более щадящий, какое-то побольше количество килограммов самой необходимой еды и оборудования. Ну и люкс, по которым, собственно, я и приехал сюда. Можешь брать все, что угодно. Моего скарба, это моих вещей, палатки, вот этого всего и еды в общей сложности 44 килограмма. Да, я специально взвесился перед выездом. Не знаю, хватит ли мне этого на 7 дней. Я думаю, хватит. С излишком. Но, конечно, я рассчитываю на рыбалку. Но об этом позже. Посмотрим, будет ли рыбалка или нет. В общем, вот такая ситуация. А как, собственно, все это начиналось с самого утра и до этого момента? А сейчас где-то, наверное, часа 4 или, может быть, уже 5. Посмотрите в моих видеозарисовках. Ой, спасибо. Так, ну что, 7 часов утра, я на станции Чупа, где-то в самом сердце Карелии, пока непонятно, что где, кто куда и зачем, но, судя по всему, вон те ребята, в том числе Владимир, мой координатор, надо посмотреть. Думаю, плюс 13, плюс 15. То есть погодка замечательная. Давайте посмотрим, где на карте России расположена эта станция Чупа, а точнее Чупа. Идем севернее Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводская, вот она, Карелия, причем северная ее часть. Кандалакшский залив, вот он, северный полярный круг, чуть южнее можно видеть Чупинская губа, которая глубоко врезается в сушу. Вот здесь как раз и расположен поселок Чупа. Поселок городского типа, 2000 людей населения. А вот на станции Чупа, куда я и прибыл. Как раз вот отсюда меня забирает Владимир. И по дороге нам в автомобиле везет через мост на берег озера Нижнее Котозеро. И вот в этом месте мы готовимся к сплаву. Время 8:30. Владимир собрал всех нас, целых двоих в этом году. Группа совсем небольшая, я еще и Людмила. И угощает нас завтраком. Кажется, каркаде очень вкусный. Сейчас еще тут еще перекусим. Ну и, собственно, уже будет сплав. Катамаран вот на заднем плане. Соберем его и уже к базовому лагерю и по островам. Поэтому погода пока суперская. Ни тепло, ни холодно, градусов 17, наверное. Дождя нет, надеюсь, и не будет. Потому что хотелось бы, чтобы сегодня спокойно можно было расположиться, найти место под палатку и, собственно, поставить палатку. А потом уже дождик. Абсолютно не страшно. Ну что, Владимир, уже в путь скоро? Да! 5 минут и стартуем. 5 минут и вперед.
где-то в 11 часов мы стартовали и по озеру Нижнее Котозеро под мотором с ветерком мы отправились, и вот где-то здесь мы ненадолго притормозили. По сути, вот с этого местечка, с этой короткой остановки началось мое знакомство с природой Северной Карелии, и, конечно же, вот уже здесь я был очарован всем этим северным великолепием. Брусничные какие-то покрывала на земле, камни по мху, сосны. Очень красивый пейзаж. Очень нетипичный и непривычный для меня. Это пока что не наша локация финальная. Мы заехали сюда, потому что Владимир тут кое-что ищет. Вот, а пока что мы немножко любуемся местами. Супер, конечно. Преодолеваем на моторе остаток озера и подходим к речке Важенка. Здесь уже течение, камни, сужение самого русла, поэтому мотор здесь не поможет. Мы идем на веслах впервые в жизни, и на первом же серьезном препятствии, прямо под этим мостом, мы садимся на брюхо. Так, мы засели, но Владимир нас вытолкнул. Опасненько, необычно, но интересно. Так, пока еще не вытащил. Что будет дальше, сейчас посмотрим. Но порожки такие, мне кажется, вполне себе приличные. Тем более, когда это впервые в жизни происходит. Так, впереди новые пороги. И Владимир чуть приспустил. Сбрасываем давление в шинах. Баллоны, чтобы уж точно не сесть на мель. Чтобы второй раз не повторилось то, что... с чем мы столкнулись буквально 15 минут назад. Не, ну повторится еще, она просто будет намного проще сняться. Угу. Ну что, окей. Поехали. Мы проходим вот таким вот путем, преодолеваем пороги, ну, с переменным успехом. Иногда садимся на мель. Владимир отчаянно спускается в воду, толкает нас. Вот здесь мы переходим на мотор, и здесь снова на весла. Перед этим маленькая остановочка, чтобы преодолеть последний отрезок. Мощные пороги, которые проходить непросто, да, Люд? Да. Если бы не Владимир, даже пришлось пожертвовать штанами, но он, конечно, нас вытягивает, потому что вот так вот самостоятельно, мне кажется, это очень непросто. Вот такие пороги мы прошли. Но так как все-таки я гребущий, снимать нет никакой возможности. Байдарочники тоже сели на мель, так же, как и мы. Поэтому ждем, и мы после них сразу. Последние пороги мы прошли прям с достоинством. Плохо видно, потому что они за поворотом. Но прям мы уже поняли, что к чему, как. В общем, это круто. Рафтинг или как это? Прохождение порогов речных. Это тема очень интересная. Навык, мне кажется, набирается достаточно быстро. Там час, два, три активно этих действий уже, мне кажется, более-менее понятно, что очень. Ну а сейчас Владимир ставит мотор, чтобы уже до места доплыть. И вот мы уже вышли на наше озеро Верхнее Полонгское. Я почему-то в видео часто его называю Верхнее Полонгское. Да и буквы перепутал, но оно Верхнее Полонгское. И наши острова практически совсем рядышком, но мы решили посетить остров Каменный.
Давайте пойдем. Да, так, а тут и все. Да. Ой, страшно, так камушки такие сверху. Короче, я наверх. Так, ну все, дальше никуда не пройти. Ну интересно тут так. Это, Владимир, единственный грот в Карелии, да, ты говорил? Ну, я оговорюсь, единственный, который я знаю во всей Карелии. Ну, предполагаю, что очень большая вероятность. Не, ну он эффектный, тем не менее. Маленький, но эффектный. Каменного, можно сказать, уже финишная прямая. Мы проплываем мимо наших островов в базовый лагерь, где Владимир нам дает инструктаж. Так, Владимир, это что? Это сигнальный горн, пневматический, для подачи сигнала в случае какой-либо, ну, экстренной ситуации. Накручивается сам горн на баллончик под давлением. Вот здесь воздушный баллончик. И сверху кнопка, на которую нажимается. Но смотри, для подачи сигнала. Мы на разных островах будем с Людмилой, с тобой. Мы вообще услышим этот горн? Ну, давайте заценим. Да, услышим. В общем, да, привет. Очень хороший. Да. Это средство связи с нами, правильно понимаю? Да, это самая простая рация, которая будет добивать до наших островов. На первом канале будет связь. Каждый день в 12 часов дня у нас выход на связь, вот, с рассказом обстановки, как дела, все нормально, все ли нормально и так далее. Еще в качестве сигнального средства выдаю сигнал охотника. Это вот такие небольшие патроны со световым эффектом, в общем, такой мини-салют. Патрон накручивается на один конец этого пускового устройства. Затем происходит взвод. Вот здесь я сейчас, ну, уже его откручу, чтобы не... Вот, взводится, и затем направляется вверх, и вот таким образом смещается. Происходит удар, и вверх летит. Что, мы покидаем базовый лагерь, получив инструктаж, все самое необходимое для нашей безопасности, и отправляюсь на свой остров. Не верится, но через 5 минут я буду там. Ну вот и все. Время 4:30, мой остров меня уже заждался. Я сейчас ощущаю себя Христофором Колумбом, который достиг берегов Северной Америки или чего. И вот первый шаг человека, вступившего на эту землю. Это мой остров. Прям песочный пляж, Карибы. С ума сойти. С ума. Конечно, сложно описать словами. Ой, это чувство. Фу, волнительное чувство.
когда ты ступил на свой собственный остров. И, по словам Владимира, здесь еще никто не обитал. То есть, по сути, остров в буквальном смысле необитаемый и не был никогда никем обитаемым. Вот этот песок, вот этот берег, это все мое. Мое на неделю. Достаточно крутой подъем. Сейчас немножко еще пройдусь по береговой линии своего острова. Как назвать остров? Я его назову Маладри. Остров Маладри в честь моих дочерей Малены и Адриана. Так, ну дел много, конечно. Пора заниматься делами, короче. А вот это мы спилим. Как раз, я думаю, хватит надолго. В общем, я добрался до центра своего острова. В общем, я не могу словами описать. Я просто не знаю таких слов. Это мягкий ковер. Все в бруснике. В брусничном таком покрытии. Покрывали. Потому что это очень мягко. Очень мягко. Я проваливаюсь. Но тут виды, я не знаю, просто глаза. Глаза сходят с ума. Это мой остров. Остров Маладри, между прочим. Сейчас я хочу прогуляться на другую часть. Я высадился, я даже не знаю, с какой стороны. Восточный, западный, северный. А вот здесь пологая очень. Может быть, конечно, палочку было бы логичнее здесь поставить, а не на верхотуре. Я еще пока этого не знаю. Но планирую все-таки сейчас изучить его хорошенько. А, задничек виден. Ну, широкий угол, наверное. Дальние детали не очень цепляются. А вот какие коряги здесь. Просто, а? Ну, произведение искусства. Ну, это где такая вообще коряга? Еще ее можно было встретить. Как не в Карелии, на острове Маладри. Как здесь интересно. Так. Вау. А может быть, мне здесь поставить палаточку? Вау. Какое покрытие, как мне страшно наступать. В каком смысле страшно? Мне жалко это все мять. Боже мой. Как это прекрасно. Так, пойду-ка я все-таки обойду, чтобы не портить это природное великолепие. Это мох. Мох, я не знаю, что, как он, ягер. Ой, красотища такая. Такой этот утесец. Это все мое. Эх, вот квадрокоптер бы сюда сделать облет. Нетронутая поверхность. Не ступала нога человека. Идешь по клумбе, реально прям по цветам наступаешь, ты думаешь, что же я творю, неужели других путей обхода нет? Но это тот случай, когда действительно других путей обхода нет никаких. Еще солнышко вышло, боже мой, с ума сойти просто. Thank you.
костра. Да, кстати. Вот это трухлевато, но тоже неплохое. А вот какой утес, а? Ну, это же вообще обалдеть. Красота какая. Ну где еще такое? Где и как вдруг такое можно увидеть, а? Не знаю. Собственная скала. Я пока что бросил свои вещички на вершине острова. Фух, надо искать местечко. Я продолжаю изучать остров. Продолжаю не находить слов этой красоты, этого ландшафта. Ну вот это, ну как это вообще? Ну как это? Можно описать словами. Настолько и вот я иду, проваливаюсь, видно, многовековой, многотысячный, я не знаю, накопление моха, мха точнее, очень мягко. А во. Я думал, мне бы дрова, дров здесь миллион, реликтовый лес, растет как знает. Дерево умерло, упало. Как и положено, в здоровом, настоящем лесу. Да, я вот только в себя начал приходить от этого просто дичайшего восторга. Я, конечно, могу преувеличивать как-то, наверное, но я могу сказать точно, вот по красоте, вот по этой вот красоте северного леса, я не знал, как он вообще выглядит, наверное, именно так он и выглядит, я ничего подобного в своей жизни не видел. Да, лес средней полосы несколько иной, но вот так, чтобы остров, чтобы это все твое на неделю. Ягоды, кстати, да, нет, все кругом покрыто брусникой, ну, брусничными кустами, но еще рано для ягодки. Мох, я в нем не разбираюсь, есть его не буду. Да вообще, зачем мне чего-то есть подножного корма, когда у меня с собой всего вот так вот. Ну, в общем, такие дела. Начну-ка я заниматься заготовкой дров. Ну и, кстати, вот, мне кажется, это произведение искусства. Я какое-то время потратил, чтобы пройти вокруг, ну, не полностью, конечно, весь остров, но в целом так вот. Кстати, по площади остров, а сложно сказать, сколько. Ну, может быть, метров 200 в ширину и в длину метров 300 или 400. Ну, то есть достаточное пространство. Все-таки хотел здесь внести коррективу, потому что постфактум на Яндекс.Картах все это можно легко подсчитать. И, соответственно, получается, что по самой длинной части у нас остров 232 метра. Соответственно, по ширине это 132 метра. Вот такие параметры. Конечно, когда ты по нему ходишь, тем более по непролазным порою дебрям кажется, что он гораздо шире, но размеры истинные вот такие. Я, в общем, сегодня решил разбить палатку, лагерь сделать здесь, вот с этим арт-объектом. На мой взгляд, это очень красиво. Конечно, сначала у меня была мысль, о, вот как раз на дрова попилю. Нет, потом решил я, нет, дров здесь огромное количество, поваленных, сухих, сухостоя. Ну, сухостоя немного, в основном они все лежат, так что я это оставлю для красоты. И рядом с этим я сегодня разобью свой лагерь. Мне кажется, такое количество комаров никогда не видел ни разу. Возникла идея сложить печку. Уже 2 минуты ловлю, ничего не поймал.
Так, ну что, вишенка готова. Ох, какой красавец. Ух ты, ё-моё! А!